кажется. Знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Гера, сука, я еще раз плачу. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай, сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Я вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель! 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 Вот же он. Со своим верным звоночком. Эй, Эскель, подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо. А она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем! Так, как это работает? Ну... Тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичек-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник, а то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Не ной, Эскель, сейчас будешь весь в В мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому! Она столько барахла натащила, я уж решил, она тут жить собралась. Не пугай Геральта. Да, да, будто на тебя шили. Сновато только. Одевай, давай. Не, не это, оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, холера! У тебя ж талия осиная. А ты сам осина. Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу. Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кайдмил, блядь, хойна. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы
ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство! Не ты, барон! Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему? Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Дурацкий сон.